Как лечить ангину, лишай, паразитов у пациентов, когда они не могут пожаловаться на то, что и где у них действительно болит? Как найти подход и с какой стороны вообще подойти, когда у больного четыре лапы или копыта, грива и хвост? У ветеринаров есть рецепт, и не один. Самый главный – любить животных. Без этого в профессии не состояться. И только потом уже диагнозы, лечение и реабилитация. С одним из лучших айболитов в Канашском районе прямо на рабочем месте встретились репортеры республики. Сегодня мы делаем вакцинацию чижику нашему челленджеру. Вакцинацию против сибирской язвы. Конь у нас здоровый, клинически осмотренный и спокойный. Челленджер – спортивный конь, постоянный участник соревнований. И только для своих он просто чижик. Ветеринар Надежда Андреева, безусловно, одна из них. В ее ведении все животные Канаша и Канашского района. Ветеринарный врач, как скорая помощь, в любое время дня и ночи выезжает к больным пациентам. Лечить приходится кого лаской, кого словом, а кого-то все-таки лекарствами и микстурами. К любому животному нужно подходить с любовью, с лаской подходить нужно. И обязательно нужно соблюдать технику безопасности при проведении ветеринарных работ и услуг. Животные, они очень чувствительные, они чувствуют настроение человека и отвечают тем же. Например, с лаской подойдешь, они к тебе этим ответят. Будешь с ним груб, то и копытом ударят, и рогом заденут. От болезней ветеринары спасают не только домашних животных. В их обязанностях следить, чтобы на рынках и в магазинах продавали только качественные и полезные творог, яйца, мясо. Перед тем, как эти продукты попадают на прилавок в лабораториях, их тщательно проверяют тоже ветврачи. Зона ответственности огромная. Если в продажу попадет некачественный товар, пострадают люди. Алевтина Беляева на посту почти 30 лет. И поступление на рынок это туши. Мы сперва изучаем ветеринарный документ, затем осматриваем внутреннюю поверхность туши и внутренних органов. Головы делаем два продольных разреза на феноз и один снаружи. Затем исследуем почелюстную лимфоузел на сибирскую язву. Ветсанэксперт за десятилетия работы сотни раз отбраковала и не допускала в продажу мясо, молоко, творог. Все, что так уютно разложено на прилавках рынка. Делиться собственным опытом, а не книжным, вполне может на лекциях в университете. В этом году Алевтина Беляева участвует в конкурсе «Лучший ветеринарный врач ветсанэксперт». Ее коллега Надежда Андреева тоже показала свое мастерство как лучший ветеринарный врач-эпизиотолог. Имена победителей раскроют только 31 августа в профессиональной праздник ветеринаров.